вот выстраивание, в принципе, всех этих асан в итоге, ну, когда, ну, скажем, тебе дают задание, там, положи ногу за голову, что-то там сделай, треугольник, оно в итоге, задачка заключается в том, чтобы расположить правильно вот эти вот тазовые ноги, вот я расположил, допустим, не знаю, четыре точки, вот у тебя есть там, как это, уравнение четырьмя неизвестными, вот ты их расположил как-то там вот в пространстве, там, больше копчик, получилось больше, например, такое, больше лобковая кость, получилось вот такое, там, больше седачной кости так, там, сблизил, как-то там их расположил, и вся, в принципе, поза решается через вот это вот, через эти четыре неизвестные. Исходное положение, также стопы на предзапуск, руки здоровые, то есть не как палки прямые, а чуть-чуть в локтях микро, так сказать, согнуты, такие пружинки, вот, сильные руки, стабильные, пружинистые. Конец, выдох, мы нашли тазовый дно, копчик, лобковую кость. Теперь тянем сердце вперед, копчик падает вниз, лобковая кость направляется назад и вверх в сторону копчика навстречу, и тут другой, и выдох за небо.